Всем привет! Сегодня у нас будет прохождение Transport FIVA. Компания за Америку. Выбрать. Я уже немножко поиграл, поэтому я перезапущу миссию. Чтобы вам... Первые миссии нам говорят, что надо положить железную дорогу с востока на запад. Просто тут есть небольшой недочет, просто так закрывать окошко не стоит, потому что надо начать, лучше нажать начать задание, потому что там какие-то детали компании рассказывают, которые сначала непонятны. Например, я сначала хотел прожить железную дорогу, но она тут неактивна, и было непонятно, что делать. Пришлось заново переначинать компанию, смотреть, чего же им не нравится и что надо сделать, в чем задание миссии. Оказалось, что нужно сначала продукты привезти. Вот, от одной фермы до перерабатывающей фабрики. Чтобы накормить наших рабочих, которые будут потом строить железнодорожную магистраль. Так, разручный пунктик. Буквами М и Н поворачиваем. Есть. И второй. Так, плюс к этому нам нужно депо. Гараж. Дорожное депо. Угу, рядышком где-нибудь. Чтобы далеко не ездили. Покупаем дорожный транспорт. Раз, два, три штучки пока хватит. Задаем линию, новая линия. Будут ездить отсюда. Вот сюда. И можно скорость побольше сделать. Чтоб долго не ждать. Понеслась. Сейчас посмотрим, как у нас с грузами. Вот, смотрите, начинает появляться. Класс. Не знаю, как их назвать. 5 тонн. 5 контейнеров. Можно тоннами их окрестить, будет удобно. Хотя, не знаю, 4 тонны, наверное, на лошади не перевезешь. 5 упаковок, 6 упаковок. Сколько он уже? 11. Чудненько. Еще немного, и мы начнем строить железку. Так довольно все реалистично выглядит, красиво. Можно посмотреть, где живет человек, где закупается и где работает. О, первые прибыли. Отлично. Давайте, давайте, везите. Отлично. Так, из города в город. Можно немножко отъехать и посмотреть. Так. Один город, второй город. Один город. Шиен. Второй. Ларамия. Так, тормознем процесс.
чтобы не так быстро времечко бежало. И как раз продолжим. Так вот интересно, здесь пассажирский вокзал или грузовой? Ага, пассажирский. Нарисован значок с пассажирами. Чудненько. Депо у нас уже есть. Там мы купим поезд чуть попозже. Я так понимаю, возить мы будем пассажиров. Задачка теперь проложить в этот бюджет железнодорожную линию. Железную дорогу лучше прокладывать маленькими кусочками. На больших сложно регулировать ее стоимость. Иногда цена очень сильно растет из-за того, что автоматически регулируется перепад высот. Чем больше перепад, тем дороже ценник. Сейчас посмотрим, как нас получится преодолеть. Наверное, можно вокзальчик поставить и уже потихонечку к вокзалу выводить пути. Так, у нас пассажиры выбраны. Буквы М и Н подправим немножечко. Сейчас посмотрим, как лучше. Да, у нас по той стороне пойдет, по правой стороне от моста. Тогда немножко так сделаем. Ближе нельзя. Дают, видимо, запас под расширение вокзала. Это хорошо. Ну, меня так устроит. Угу. Чудесно. Так, сейчас посмотрим, куда нам еще надо прийти в итоге. Где наш городок? Прилично. Там еще было какое-то побочное задание провести линию через все колодцы. Местность вокруг действия территории заблокирована. Интересно. Начните переговоры с местными жителями, чтобы решить проблему по-иному. Вариант сделки с индейцами. Прогнать индейцев с применением силы. Купить землю на замену. Подкупить индейцев с помощью огненной воды. Интересно, как это повлияет потом. Огненная вода самая дешевая получается. Нападение на рабочих. Интересно. Давайте попробуем. Водой огненной. Интересно, как это вообще на что-то влияет? Кармы вроде в игре нет. Так. Протянем дальше. Удобно, что можно потянуть и отпустить. Классно сделано. Мне очень нравится, как они подошли к протяжке. Так, и нам нужно выйти. Где у нас город? Угу. Не очень удобно получается. Интересно, дальше нас заставят или нет? Возможно, и дальше придется тоже. Ну, в принципе, мы можем здесь через улицу провести железную дорогу.
Наверное, отсюда ее поведем. Слишком много извилин. Класс. Отличный перевод. Хочется сделать, чтобы и красиво, и удобно получилось. Тут еще появилась новая фишка со станции. Бывает два выхода. На одну сторону, на другую сторону, чтобы можно было с двух сторон пассажиров принимать сразу на станцию. Так, а сейчас попробуем уже вставить станцию. Придется достроить часть улицы. А то пассажиры к нам не придут. Я думаю, что уже поезд пустить, пусть пока катается. Хотя, в принципе, довольно-таки бюджетно все строится. Ой-ой-ой, это колодцы? Про них говорили. Странный колодец такой, в виде фонтана. Что, надо через все их провести, через все колодцы обязательно? Ну, можно, в принципе. Сие несложно. Можем и так. Надеюсь, на них станции не надо строить. Так, изгибаемся. Последняя, конечно, петелька тут вообще не нужна. Но как-нибудь сейчас просят рядом с колодцами. Значит, будет рядом с колодцами. Так, теперь тут надо где-то станцию нам. О, здесь нет дороги. Отлично. Здесь у нас и будет станция. Так, применим этот кусочек. И сюда построим станцию, развернем ее, буква N, если вдруг забыли, M и N. Connecting people.
Чудненько. Какой молодец. Так. Рабочие отказываются делать что бы то ни было. Они возмущаются, так как им не платили несколько месяцев. Неизвестно, есть ли у них основания для таких заявлений. Так, мы весьма стеснены в средствах. Отказ финансирования нашего строительства со стороны инвесторов лишь вопрос времени. Можно ли отложить выплату долга еще на 1 месяц, пообещать выдать ее работникам в удвоенном размере? Есть альтернативный вариант, доступный в городе Орден. Найдите вопросительный знак в городе Орден, чтобы узнать подробности о альтернативном варианте. Тут рабочие 100 тысяч, им надо. Ну, найдем им 100 тысяч. Где у нас город Орден? Что там за вопросительный знак? Что за альтернативный вариант? Поругаться с рабочими? Трудолюбивые и набожные жители отказываются признавать технический прогресс, готовы работать за гроши, а взамен просят лишь помочь с постройкой нового моста, необходимого для доставки урожая поселения через реку. Новый мост. Не понял. Соедините. Кто-то там с помощью дороги. Так. Ага. А вот у них тут проблемы с мостиком. Да не вопрос. Сейчас порешаем. Тут несложно. Такая трасса, средний вариант. Поехали. Оп. Чудненько. 83 тысячи, 98, 73. Дай быстро не ездить. Ура, спасибо. Разрешили конфликт. Класс. Так, что еще надо сделать? Блин, а что у меня? Никто не ездит, что ли? Пусть ездит уже, что ли. Надо поезд отправить, а потом уже с заданиями разбираться. Тынь. Тынь. 1 067 000. Или тут вообще не надо паровоз пускать? Сохранимся, пожалуй. Ноль ноль два компания. Ух ты. Так, а прибыль-то у нас какие-то есть, нет? Или мы слишком медленно живем, чтобы были прибыли? Ну да. Тут пока дилижансы доедут, нифига себе. Они хоть прибыльные или убыточные? Достаточно прибыльные. 3 тысячи приносят, да. Круто. Смешно и круто. Может их еще закупить, там, не знаю, десяточку на линию поставить. А почем у нас повозка? 13 тысяч. А приносит она 3 тысячи. Ну, окупается. За сколько? За 3 года, за 4. Че цвет показывать, непонятно. Они все равно другим цветом не становятся. Может это пока лошади, а автобусы будут разноцветные? Раз, два, три, четыре, пять. Задать линию. Желтая. Понеслась. Да они тут никогда не увезут, по-моему. Вот фабрика напроизводила. Ну, круто. В отличие от Трейнфива, в Транспортфива все-таки они доделали эти склады. Потому что там больше какого-то определенной суммы не копилось. То ли 20 единиц товара, то ли 30. Здесь вон уже 43. Нормальная хоть загрузка пошла. Можно накопить прилично, и фабрика не останавливается, производит. Куда они сразу поехали, а? Иностранцы. Вам же пока нечего вести. Как вас развернуть всех? Тут есть где-то кнопочка развернуть. О, давай, давай, давай. И вас туда же. Вы же пустые. Давайте обратно. То, блин, ездят, только сено тратят зазря. Вы что-то везете? А назад? А вы везете? Назад. Кто еще ничего не везет? И вы тоже назад. Давай, давай, давай. Бегом. Так, надо нам проводик запустить.
взять денежков и запустить паровозик. Поехали. Купить. Так, обслуживание надо посмотреть. Эксплуатация 52 тысячи в год. А у этого 28 тысяч в год. Два раза. Скорость 40-45. Тяга в два раза почти. Масса 40 тонн. Возьмем нормальный паровозик. Хочу разноцветный. Купить. Я думаю, пассажирский вагон две штучки меня устроит. Не дешевые они. Так. Задать линию. Новая линия. Так. Начинаем от Седова. Шпилим сюда. Потом сюда. Так, и что, у нас последний мы доехали? О, и сюда. А потом назад. Понеслась. Посмотрим на паровозик. Красавец. Графика, конечно, классно проработана. Жалко, ниже камера не опускается. Хотелось бы видеть прямо от лица паровоза. Че, жителей у нас нет пока? Никто не хочет садиться в поезд. Максимум 28 пассажиров, но к нам никто пока сесть не захотел. Че тут тухло как-то? Или у нас вообще жителей нету? Нет, ходят. Ходят. А чё, на станцию никто не приходит? Или типа первый поезд, пока не появится, на станцию никто не пойдет? Странно, что никто не приходит на станцию. Есть у нас какой-нибудь общественный транспорт вообще? Чё, у нас есть? Трамвайное депо. Супер. Не знаю, можно ли на этом заработать. Попробуем. Остановочки. Станция. Установка раз. Установка 2. Установка 3. И остановка 4. А теперь нам нужно дорожку сделать с трамвайными путями. О, чудненько. Апгрейд. Ага. Так, и теперь что-нибудь купить. Поезд пока закроем, потом посмотрим, насколько он приносит нам денег и приносит ли вообще. Трамвай. О, есть трамвайчик. Круто. Люблю яркие цвета. Давайте два трамвайчика. Нет, три. Они дешевые. Четыре. Пусть возят. Хотя, может, еще людей столько не будет. Может, они будут убыточные. Задать линию. Новая линия. Раз. Два. Вот целиться по ним надо, потому что... А нет, по верху тоже работает. Можно по значку просто тыкать. Класс. Понеслась. Просто есть ли у нас люди? Или никому не нужны остановки? Все ходят просто пешком.
Все спортсмены, все здоровые. Блин, как-то печаль. Такое ощущение, что вообще не надо на это тратиться. Где люди? О, мне еще железную дорогу надо соединять. Так, одно место. Угу, чудненько. Я понял, где. Так, ЖД-станцию одну поставить и вторую. А вторая где? Круто. Я вроде только что все это построил. А, ну теперь у нас получается грузовые нам станции надо. Ну хорошо. Хотите грузовые, будут вам грузовые. Грузовая. Вот только к чему ее прицеплять, непонятно. Как бы вроде она есть. И вроде ее нету. Развернем так, чтобы поудачнее было. Поближе поставим. Так, нам нужно... Тут, конечно, тут можно закопаться. Не очень удобно. Средняя трасса. Угу. Есть. Так, а тут нам с какой стороны присоседиться? Неудобно. А дорожку можем разомкнуть? Или нам не дадут? О, дадут. Чудесно. Сейчас как раз построим железнодорожную станцию, про которую я говорил. С двумя съездами. Second Street Connection. Yes. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. О, чудненько. Мы и с той стороны могём, и с этой стороны могём. И дорожку закончим. То как-то некрасиво. Можно даже улицу сделать. Такой интересный у нас такая концепция вышла. Теперь путь. Интересно, у нас хоть вообще какие-то прибыли там есть, чисто в теории. Что-то у меня, подозреваю, я придется занимать денег. Немножко денег. О, кредит. Возьмем заем. Так, а чтобы нам дали заем, инструменты произведите. Сейчас попробуем. Производит железную руду. Хорошо. А здесь что у нас? А, здесь у нас производство инструментов и железной руды. Чудесно. Осталось ее довести. Так, где у нас вокзальчик? Депо. Чудненько. Купить поезд. И нам нужно, что там? Железная руда. Да. Раз, два. Но елки-палки, опять у инвесторов проблемы. Сюда едем. Сюда едем. Поехали. А теперь можно побыстрее включить скорость.
У нас что-то совсем денег не прибывает. Ну, о, пассажир появился. Чудесно. Дай денежку. Ну вот, сел и никого не выгрузил. Одинокий пассажирчик. Печаль какая. По-моему, здесь вообще никого. Где люди? О, еще какой-то знак вопроса. Что делаем? Таинственный спрятанный золотой самородок. Ходят слухи, где от пустоши загадок самородок. Говорят, что первый поселенец закопали его на дикой земле. Спасайся, бандита. Пожилая леди из салона в городе знает подробности. О, где этот салон? Ну вот. Так, иди сюда. И как мне докопаться до салуна? Или мне надо пожилую леди наковырять? О, нашел. Круто. А вот салун, да? Да. Отлично. Что, нам денег-то дали или нет? Люди из салона говорят, что пустыня Зара — это самородок. Понятно. Дети могли отыскать самородок, спрятать его на новом месте. По их мнению, золото не найдут. И как я это найду? Где он зарыт? Где? Как я его должен найти? Непонятно. А, это железная дорога. Индейцы там что-то знали. А тут вроде индейцы тусят. Ага, вот у них желтый значок. Все? Нет. Здание 2. А третье? Самородок. Индейский мальчик очень расположен к нам больше, чем к своим соплеменникам, поведал нашим людям следующее. В горах, где солнце целует землю на ночь, где тень большого дерева пронзает массивную скалу, вы найдете сокрытое от глаз людских. Что это может значить? В нужном месте. Где я? В нужном месте. Ага. Вот, камешек видим. Так, а с помощью инструментов? А где мы возьмем инструменты? Еще хочу заем. А, нельзя заем, да? Жалко. Че ж минус-то? Привезите мне что-нибудь. Как я на это должен повлиять? Еще камушек. А инструмент-то где я возьму? А, производите инструменты. То есть нам еще нужно 20 инструментов переколбасить. Но если не разорюсь к тому моменту, конечно, то возможно, возможно. То у меня тут паровоз ездит убыточный. О, 7 тысяч дали. Отлично. Отлично. Мы выползем в какой-нибудь мини-плюсик. Уже хорошо. Надо, пожалуй, был один вагон сделать. Два слишком много. Дорого в обслуживании. 28 человек. Так, где у нас тот самый поезд, который руду возит? 23 у нас единицы руды. А поезд сколько берет? Почему уголь? Так, нифига непонятно. А, мы оттуда везем уголь? Ну, мы молодцы. А руду мы куда должны везти? Инструменты мы как должны делать? Ай-яй, что-то я не туда построил, что ли? Нет, руду повез. Класс. Отлично. По крайней мере, не убыточно. Посмотрим, что там с финансами. А, ну еще годик не откатался, поэтому непонятно. Ну, привезет он ее сюда дальше. А, угу. А где он тут уголь взял, мне интересно. Он первый раз, что ли, повезет?
Сейчас ускорим, посмотрим, чем закончится. Давайте, то у меня уже такой минус-минус прям. О, да, чудненько. Производство 2 из 20. Чудесно. Мы сделали два инструмента. Три. Ну, я думаю, еще пару ходок и все. И будет чудесно все. У нас будет инструментарий. Сейчас посмотрим, где тут прибыльность линии была. С трамваями пока тяжело. А, это поезд, который людей возит, тоже у него проблемы с прибыльностью. Какой-то сплошной толстый минус. Что-то людей возить, видимо, вообще надо одним вагоном поначалу. Потому что их что-то нифига не накапливается. Хотя нет, вон 16 человек уже. Есть шансы. Хорошо. Че ж трамваи такие заминусованные-то? Конки. Ну-ка посмотрим, что там у нас. Вообще, что ли, никого нет на остановках? Блин, что такая фигня-то? Что, пешеходы не пользуются общественным транспортом совсем? Или город маленький? Ну, конечно, построй. Сначала надо избавиться от всех убыточных. Ой, какой-то микроприбыль. Так, надо их загнать половину в отстойник и продать. В гараж. И тебя туда же. Одну оставим. И тебя в гараж.